Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, знакомиться с творчеством художников, знаменитых художников. Йоганн Георг Плацер, австрийский художник. Информации мало, но все, что есть, зато остались, как говорится, картины, на которые можно посмотреть. Родился в 1704 году в Тироле. Умер там же в 1761. Сын Йоганна Виктора Плацера, ученик своего отчима Иосифа Антона Кёслера, а затем своего дяди Йоганна Кристофа Плацера в Пассау. Работал основным образом в Вене. В 1728 году поступает в Венскую академию художеств под влиянием Аттамара Эльгера, это голландский гравер и художник. Под впечатлением небольших голландских картин, а также поздних манеристических картин из коллекции Рудольфа II, он создал тип венской галантной живописи. Излюбленными сюжетами Плацера были галантные или мифологические праздники. Это Вакха и Ариадна, битва кентавров с лапифами. Они находятся в Париже, в Лувре. Работам художника присущи сверкающие краски, тщательность миниатюриста, обилие персонажей и аксессуаров, богатство костюмов, тяжелые складки драпировок и ковров, жемчужно-белая кожа женщин, серебристо-серый и зелено-голубой фон. Но действительно интересные картины, можно их рассматривать. Они, конечно, отражают ту эпоху. Среди шедевров мастера картины «Мастерская живописца», «Мастерская скульптора», они находятся в Вене, в историческом музее. В Граце хранится самая большая коллекция произведений Плацера. Скончался художник в 1761 году в возрасте 57 лет в Тироле. Вот так вкратце, информация не очень большая, ну вот, что я мог, то и нашел. По Йоганну Георгу Плацеру, австрийскому художнику. Человек умер, картины остались. Вот мы сейчас рассматриваем эти картины. Пока-пока, до свидания.